Верховної Ради. Правда. Я вчера смотрела ваши декларации. В 2013 году у вас не было ни квартиры, у вас была старая машина Audi, у вас не было, в общем-то, ни земельных участков, ничего. В декларации 2014 года, когда вы уже начали получать 4 500 гривен, у вас появилась квартира, у вас появилась машина новая, и, как писал депутат, вернее, не депутат, блогер Иванов, и, так сказать, дорогие телефоны и все остальное. У 2004 році у мене померла моя бабушка, мати мого батька. Це длинне. Вам родители купили квартиру? Просто. Мені батьки надали кошти на придбання квартири. Понятно. Як ви зараз заправляєте свою Мазду на 4,5 тисячі гривень? Родители допомагають? Ні, у мене Мазда їздить на газу. Дуже багато говорять, але насправді мало правди в тих речах.